Где Слава, блядь, делся? Пошел релогаться на другого перса и пропал. Да и хуй с ним. Висит, может, кто его знает. У его хода висит. Понятно. Ёбнулись опять. Что, вы танка выбить и сколько она? Нахуй. Мы квест на Дарнавал будем делать? Будем. Надо бы. Сделаем, сделаем. Не порти. Кто-то пиво предложил, что ли? Я не понял. Пиво? Я просто, ну, будем, я думаю, может, там пиво будем? Блядь, да. Квест будем делать. А пиво можно, да. Что за квест? На Дурнован. На Дурнован. Слава, хила. Блин, а что, ловушки поснимали, что ли? Угу. Бля. Да, конечно. Одну не сняли. Это трата времени. Да пиздец. Трата одну. У нас будет холипенсовая. Блядь, за... за одного этого скелета нахуй 10 душ дают. Вы чё, блядь? Бабычку сходи, блядь. Да, Слава в ретрике. Ты фармишь свои души. А бурлакос будет, чё, блядь? А тут что, нельзя, что ли, типа, блядь? Нельзя. Сидеть. Схуяли, блядь. Мурлокос, заходи. Так какой? Да пусть друид-инвалид дальше идет или нет? Че он вышел? Друид-инвалид написал, ему надо уходить. Ему надо уходить, да. Слава, ну, хила. Хилы 272 из них с Валаниром. Чего... И в Рей сюда. Не люблю щиты. Вау, Валанир. Сейчас на ребре танки упадут, будем орать хилы моча. Это будет кринж. А чья моча? В рей, Михалыча. Зайди, говорю, на не люблю щиты. Глебыч, сумань меня. Сейчас уману. Глебыч. Глебыч. О, варлок инжойеры появились, блять, в рейде. Да, мы здесь. Да. Ты на... Он тебя, по-моему, не слышит. А, нет, слышит. Забери лутера и дай еще раз мне. Через ЕПГП. Ну, Вяркина не хочет идти, я не ебу. Не идет? Кидайте ролл тогда. Warframe, Врей и Асэна. Вы, вам этот пятый хил так сильно нужен? Вы чё? Мы же в обычке в целом, а нет? Не, слушай, давай, вот пусть они вчетвером идут, захилят, все, похуй, нормально. Только... Единственное, и... что спекни с третьим танком на всякий случай. Чтобы не было говна. ДПС у нас хватит. О, и все. Предупреждаю. Предупреждаю, твари. Юля на боссе, я так. Постою, почилю на нее на пол. Пристабав, лапку, дух, а защиту я, от тьмы я обновить. На ронке постою. Можешь побить. О, куда нахуй хупал еще? Сейчас нахуй в три хупала пойдем, у сука. Что, за ДЦ зайти? Нет, пусть. Да сиди. А что ты захупал новый? Сиди, сиди уже. Еба. Не ебите мозга. Вы чё, хапала нашли? Вау!
конечно, такого, типа, не один. Это явно сон. Не мой один, и он будет хилить. Ого, спасибо тебе за это. Или это не тот, которого я залоги. Так, что там? Вроде бы все есть. Слышу, по бафам у нас, конечно, ебать жижи, 10% АП нету, блядь. А, не ладно. Ну, он так. На пол шишки. Короче, 20. 300 баф сегодня будет. Ванька, обнови, блядь. Там у половины рейда нету. Есть АП. Ты... Сила погани еще висит же. Кто-то в крови. А, вот, да, вижу. Сейчас есть. А кто в крови, блядь? Консилятор, что? Анхоликон. Шалфир здесь. Все сказала. Похуй. Балая ржет ваша, блядь, Фростов, значит. Я, блядь. Лианочка. О, Лиан. Че, четвертый лон, да? Нормальная пати. Вот и сидит, локов, блядь. Нет, локов нет. Сейчас пати, отдадим пати, локов. Пати таксистов, блядь. Я хуею просто. Я проклят в натуре. Чисто, блядь, со шоты собрали. Это слетка, ну. Баф, дайте фаст по Лианочке и будем пулять. Лужи, Warframe и Пасифея вводят. Да, капитан. Пасифея слева от босса, Warframe справа. Да, я думаю, они справятся. Еще раз чекну. Шалфир, говорю, обнови приста баф, блядь. Там у пол рейда не... Бля, сейчас ему не надо столик, сейчас ему дам. Дай ему пиздов. Синхан. Леночка, что-то мне хватает. Все, заебыс. Вроде бы все. Давай, что-то. Или мне... Кто-нибудь дайте уже. На Юлю. Mm. Я понял, блядь. Чтобы научиться пулить. Так она на единичке ДБМ пулс пулил. Из лужи вышли? Из лужи вышли? Bone Spike Cast. Слева на шипе водящий. РДД, шип, слышишь? Сова, подойди под босса. Bone Storm cast. Из луж выходим. Направо уйдите подальше, танк. А, Костя, ты здесь, да? Ну ладно, я по центру, если чё. Юля, иди на центр, я здесь постою. Юля, иди. Под клиф не лови, ставьте. Лови, лови. Не, он сейчас не ударит. Пока идет. Может. Из лужи выше. Сова опять сзади. А кто это? Вычислить его по этой? Да это новый. Bone Storm Cast. Бегим,
Рыцарик. Опа, Грин. Что-то новое. А что это за новые кнопки? Main Spec, Minor Upgrade, что это за хуйня? Ну, Кости не настроено. Ну, это у Славы там настроено. Main это EP будет, вторая кнопка это консоль, нажимать. Квестик беремся. Я, кстати, это кольцо с обычки первый раз вижу. А если в Гере, я в Гере взял квестик, и сейчас у меня неудача. Считается. Скинуть надо. Я не могу его скинуть никак. У тебя... Ты релот пропиши. Релот. Да какая разница, если он взял в Гере, он может и в обычке его сделать. Засчитается ему квест. Чего человек? А что, зависло, да? Ну, у тебя, да. Меня вообще крашнуло. Да, у него походу. Тут у многих вижу, кто-то типа на месте бегает. Лёх, там с тобой одновременно горят, я не фанист. В мили не подходите, сейчас Верка сдохнет. Нас выкинуло. Бам, нахуй. Нас некоторых выкинуло. Я говорю, у него в квесте будет написано неудача. Так как блядь, пытался нашел. Поднять ее ножом все равно. Что за пиздец с сервером проходит? Ну не знаю, я так не один раз делал, брал в хэйме, делал в обычке. Я имею в виду чисто. Там вы заебали, там два квеста. Один квест идет на десятку, другой на 25-ку. Костя. Сложность имеет роли. Лингер, они тебя не понимают. Я понял, я сделал, спасибо. Ну я понял, что Леха сказал, я услышал его, я понял. О, блядь, я перезайду, квест? Ваша версия клиента устрела. Когда ты берешь квест и не выполняешь его, но вы типа проходите лет. Ну это да, есть. Будет написано неудача. Ну такая хуйня есть. Не повезло, не фартануло. Как они заебали обновы эти. Реально. Забей, у меня жили кнопка не жмутся. Просто кнопки не жмутся сюда. Синтекс бы пета поменял. А чё с ним не так? Ну, то, что он маленького уровня, я знаю, у меня прошлый пропал. Нет, так у тебя волк нужен. Витя... Что это за говно на 11 мегабайт, блядь? Витя хочет. Ну, давай волка поставлю. МВП-хан, ты же Витя, все правильно? Я ничего не путаю. Yes, sir. Смотри, если хочешь обрадовать Катрисию неожиданно высоким ДПСом на орке, на следующем КД, ты можешь, короче, взять... приручить либо в грозовой гряде, либо в барейке носорога, оставить его где-то 70-го левела, и у него, короче, от него вешается дотка, которая работает как увечья, типа у кота или что-то такое. Короче, 30% я больше... Я так понял, можешь дальше не обещать. А у нас что там, есть? Ну никому это кольцо не надо, что ли, блядь? Короче... Я нажал как это, на... Если это, короче, хуйня здесь работает тоже, то, ну, у тебя кошка может просто... На минор, да, но я вот на трансфере. Чё он там пишет? Да я могу просто в Т4 на БМ обоссать его кошку Т5, и всё, он будет рад. Что как вариант? Боешка. Лесен тебе по-братски. ДД слева, милики справа. Все, больше тут ничего сзади не надо. Контроли совы дают. Лёха, у тебя там сумка свободна? Лови распыл. И... А мне распыл. Ну, третьему челу будете магик выкастовать, локи-феры давать. Ну, в приоритете локи-феры. Шпы будут сбиваться. У нас 4 лока, так что феры давайте. Расслабьтесь. Ничего. Где там боишка? Не знаю, где-то валяется. Чё такое? Да там боишка, говорят, выпало, блядь. Кольцо. Вот здесь. Кольцо. Где вот здесь, блядь? Да вот оно. Чё, может, пульнём? Консилятор вот зайдёт?
Да, консилятор зашел. Дайте ребаф повару. Кулак, лапка. Интеллект дал. Спасибо, это да, тоже. РДД слева, милики. Ну, хорошо. Файн. Неплохо. Я слева. Вы Дурнована, Дурнована, отведите, блядь. Чупаните его. Не бейте Дурнована. Отведи его в сторону. Апродакс, пойди парень. Шип, пойди шип дай Дурновану. Ой, блядь. Сейчас я его затаунчу, отведу. Да я его затаунчу. Все. Все, Дурнована не бейте. Его надо еще дальше отвести. Ладно. Ну, сбей ему, я... ДК выйдет, пусть грипнет его на лестницу, и там его... Но, все проблемы. Выводи его, я на лестницу. Был, выйди на лестницу, Дурнована грипнет туда. Подожди, подожди, тише, тихо, тихо, тихо. Вадикон, дай БР по констиллятору, а Синхан по Врей. Все нормально. Трэш играем. Сзади моб тоже вышел, смотрите. Аккуратно, сзади моба убить, Дурнована не убивайте. Все там, трапу ему хуйнули, блять, все. Да, я ебану. Сука, его кто-то ударил. Там держу, все, я могу корни не обновлять. Да, я держу, держу. Сейчас контроль будет, смотрите аккуратно. Стоп, квест не шарится, да? Нет. Он пошел в Дурнован побежал. Он вихре к вам пошел. Сейчас я его за таунчу отведу, подожди. Бидон не трэш. А где Дурнован? Бидон контроль. Здесь стоит. С двух сторон трэш. На лестнице тоже. А где Вилаша? Прохильте. Блять, под Джандис нету БР. Ну ладно. Мобов залить срочно. Дурнован. Ну нормально. Переводите. Не надо, не надо, не надо его по нему атаковать. Бля, в него разрывной шот кто-то хуйнул. Ну, кто-то вот молодец, что сказать. Леди к Дурновану только не подводите. Да нет, там он нормально стоит. Под босс. Не, они... Блядь, не бейте! Хватит АУЕ, не бейте его. Говорю, не ведите под Дурнована. Зачем вы его ведете туда? Дух летит под леди. Смотрите аккуратно, дух под леди летит. Все. Ингрен, давай еще что-нибудь, дай ему сюда, чтобы он подошел. Стой. Да, хукмастер умер. Ну ладно. Сейчас, прям все-таки прям здесь его. Дух под леди. Под боссом. В босса идет. Ты пытался. Дух под леди, аккуратно. Боже, выведи. Сейчас контроль будет, полсекунды, смотрите аккуратно. Ой. Как же мне въебали. Вы даже, да, типа не законтролить, все просто въебали. Хороший инвизибл. Да похуй. Не своих, как чужие боялись. Въебали, въебали, блядь. Как там говорится? Слава Богу, он не смотрит, да? Ничего. Беги, бидон. Дайте бидону, Инер. Уже все. Если типа...
Дарнован спасен. Победа. Очередная победа Орды. Как же ты все нахуярил? Выбирайте, говорит. Оп, вот дэшечка. Он уже сыграл. Ну, неплохо. Привет тебе. Куда? Откуда комбат? Дарнован, наверное, еще в Хиксену. Привет! 3 секунды. Да, он. Да. Блин, ресните, пожалуйста, ты у меня душу, что ли? Ну да. Закинь задать лутера, пока Юля пусть заберет осколок. Вяркина, нажми. Он вообще, он же не здесь, да? Сейчас. Слышь? Бидон, ресни по-братски. Лутера и Влашу? Ну или подожди, сейчас я уже раз. Пусть осколок забирает. Все. Ох уж эти ледяные сокровища. Камень ночи. Что там? Плечи отдали кому-то, нет? Сейчас. Ебать, пиздец какой-то. Что, распределяй слот, пиздец? Или ты про что, Кость? И про комбат, и про лут. Welcome to the club. Оставьте, пожалуйста, потом мамонта, хочу пирожка купить. Забери лутера еще раз и закинь. Правая пушка занята. Это прок у тебя, короче, этих. Тебе надо настакать 3 огня и 2 этих чародейкой. Чё? Не, в смысле, у меня загорается разорванный выстрел и чародейский, я могу типа 3 раза подряд без отката. Ну, сейчас я релог. Поставьте шкаф за сумоним калидрика. Я релогаюсь. Ебать там! Сразу же 3 шкафа увидел, да? Пиздарики на вас. Бля, одного не хватает так-то. Да подожди, я говорю, я релогну. Филонер отменил сразу же. Один фейкнули просто. Да. Ебать библиотека, пиздец. А, все, я его нашел. Библиотека, блядь, ебаная, господи. Я, короче, самый левый. Ебать, Сирус, он заебет. На следующей неделе начинаю ДЦшником играть, пацаны. Ура! Включаем 5 ДЦшников в рейде? Да-да-да. Давай-давай. Все, я узнал, от чего это вот это. Щитки перебивают. А тут шкафы не работают. А, нет, работают. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Сейчас я так говно прогрузил. Все, я его засуманил. Я понял, нахуй. Бля, с босса дабл лут упал, не, ну вы прикиньте. God damn. Oh shit, man. Лучше б так токены падали, сука. Ладно. Да, нахуй.
Там в VR-ке напишет про плечи с ребра, да. Они куда-то ушли вообще? Латы? Да. Да, у меня валяются. Если тебе не нужны, похуйни ему их в обмен просто. Все, все тут. Запускаю. Сейчас дайте спекнуть. Шпекайся. Все, запускаю, погнали. Самая левая пушка свободна, а? Это моя пушка, ебать. Все, все, не переживай. Моя пушка! Ебаное говно, вся сумка дерьмом забита. Кто на корабле танчит? А, наверное, Лингрен. Лёха, иди сюда. Не-не, мы уже начали. Вы видите, что это там вдалеке? Опа, трансмуг. Боевой корабль Альянса! Все на палубу! 5, 4, 3, 2, 1. Сейчас вы ответите перед Саурфангом! Двигай свою калошу, не то мы ее прямо в небе взорвем! Арте тут делать нечего! Ты скоро поймешь, сержанты! Ой! Не трогайте их! Как ты смеешь ступать на мой корабль? Сейчас ты умрешь! О, стиляга. Какая-то у меня нету мест больше. Да сломаю. Что там освободил? Нет, я же дерусь. Я не могу ломать, когда дерусь. А чем еще заняться в ЦЛК, нахуй? На два дела одновременно. И танчим, и пылим. Не доигрывает пушки. Убивайте мага и перелетайте. Притом что-нибудь писал.
Вроде нет. Бред, чё-то точно нет. Опа, боешка. А нет, я показал боешка. Да, есть такая. Тут только грудак боешь нападает. Ебать, он четко знает, сколько ему писать. Сколько нема? Ой, класс. Не было сколько. Нет, 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 с чего ты это взял? Наебали. Ебали, наебали. Дайте кулак повар. Ну, они же на 1 апреля писали, логично. Рома, тебе на ретрика? Или что-то на распыл? Что такое? Что такое Void Light? О, упало. Нет, вот он. Беда. Кто, сука, кулаки дает? Кулак дайте. Да подождешь ты со своим кулаком. Он слава в ДД, блять, может тоже бафнуть вам кулак. Все, заебись. Я запускаю. Запускай. Запустил. Ну и все, и пиздите его. Ну и все. Ебать, 62 мульта. Для сравнения, на X5 120. Лапку дайте там. Дал. Вау. Бля, нахуй он вообще в эти ворота вышел, дурачок, блядь. Он, блядь, не знает, куда он пришел. С Бэйлом только не проебитесь. Значит, сердце Дренора. Я бы не позволил чернокнижникам забрать. И все. Хуяль. Нихель сего. Ну, я предлагаю засейвить Холидринка бопом. Хороший вариант. Не, ну, если он умрет с пула. Антиагра. Вау. Антиагра. Диван, да? Антисмерти ему кинь. Диван можешь кинуть. Антиагро, да, диван. Полная защита. Я вам, блядь, кину, сука, все нахуй. И я покажу вам. Я что вычислю, от кого боб нахуй, и будет ГП. Нихуя. Сейчас я такой, слава, боб дает, блядь. И тут посмотрим, что ты сделаешь. Тут начинается. Ты что, ты думаешь, я не кину нахуй? Ой, боже. Ну чё, типа в трэш играем, ребят. Ну типа. Ну типа, если кто-то умрет от трэша, мы потом ДПС посмотрим, блядь. А правда, ты что там ебанул? Нормально. Хорош так дамажит. Ждет парень. Это все я из ПД даю. Реально. Пиздец, слушай, ты хорош. Это я, но. Проебете Холидринка всем хилам ГП.
Нормально, ты это придумал, блять. Хуярьте диван по нему. Боб. И диван потом. Или что? Что именно? Завис. Холи Дринк? Нет, это Салфан. Просто на мне метка висит. А вот теперь проебете Холи Дринка точно хп нахуй. Расскажешь. Так, на мне метка была. Чё? Меньше дал? Почти тулский, блядь. 33,3, блядь, где нерв нахуй? Самое... Ну, в таком шмоте, как у тебя, ты не должен давать 28 сейчас. 261 и Холи Дринком, блядь, 270 со шморном. Вообще никакой, блядь, практически. 3к ДПС, это бред. Ну, типа, я тебе говорю про то, что... Ну, типа, при минимальном инвесте урон просто нереальный. Ну, и ярко надо. Вот это мне надо. Пиздец. Вот это тоже мне надо. Код. Я там слышал, что Локи, типа, в Т10 заебись. Дайте мне потестить, а? Я тоже слышал. Слышал прохладные истории, блядь. Вот это говно надо кому-то. Я слышал, там Маршава в Т10 заебись. Ну, почти как в Рей дал, кстати. Нормально. Че, в Рей, как дела? Дай Леночке токен на шапку. Так, я пока отойду на минуту. Ну, вроде играю Тенхи, да, и че? Все законочно, делай анха. Да, делать больше нехуй. Так, я отойду на минуту там поссать. Я тоже буду шапку кисть носить, на как хаст. Нихуя у меня хукнул. Это же пуч. Ой, а когда геймхэм пойдем? Нет. А после геймхэм что будет? А ваша Женка? О, это больше нравится. Хочу Т5 на Элема, пиздец. Базара нет, тоже хочу. Там механика довольно интересная.
от цепных молний какая-то хуйня срабатывает, прикольно. Ну, если масс, да. Mm. Ну, ты там же цепнуха, у тебя в ротации включена. Я так понял, там от цепнух срабатывают какие-то стаки. И там стакаешь, и там очень-очень много урона от молнии летит. Но это по идее. А там хуй знает. Пускай не снимает сразу шкурку с нее, пожалуйста. Шкурка. Кого шкурка? Блять, ну ебаный в рот. Там да, душа лутает. Слава, ты тут? Потом скажешь, как эту хуйню настроить, чтобы другие кнопки были. Похилить, блять. Угу. Плюс одного хила тут нет, двоих тут нет. Один хил. Стелси. Хорош. А, и Вайеркина. Тут только стелси и Вайеркина. Хилы матча. Это уже справедливо даже звучит. Точнее, нет хилов. Нихуя ты сейчас просто вот. Все, я залутал. Сзади ловушка там. Джавушкера. Хилы моча. О, сюда. Сюда моча. Надо для всех это сделать, и для танков, и для ДДшеров. А ну сделай его. Для Захана сейчас отдельно сделай. Нет, давай для элемов уже отдельно вот. Отдельно для элемов специально. Вот Волонир матча я бы сделал бы такое. Волонир матча неплохо звучит. Нажимаешь из гильдии вылетаешь сразу. Уринотерапия. Ебать, тут ты еще и выбираешь, блять, нихуя себе. Самые главные уринотерапевты на паладинах. Ебать там уже до радости просто пиздец. Че ты замеряешь на этом орке в обычке вообще? Чем бы дитя не тешилось? Ты это слышишь? Сильно не радуйся, давление скаканет, ну его нахуй, блядь. Вот, на роботе. Не, а самое нормальное это, он тухлопус, или гниломорт обычный. Тухлопупс? Да. Тухлопус в обычке, это самое оптимальное. Тухлопупс. Пристабав, лапка. Ну, все. Что-то он вылетел. Все, Слава, возвращайся в мочу. Кто там вернулся? Ты что, еще не все, что ли? Захныч, моча. Сюда. Нормально. Плюс чат. Пиздец, забулите меня сейчас нахуй, я обижусь и все. Ой. Буду в подушку плакать. С кресла подняться, пиздец. Ой, пизда, у нас сейчас вообще хилов не останется, ну заебись. Так, еще раз. Лапку, ребят. Найс. Ну, ребят, кому-то такса нужна, блядь? Чек. Всего годик собаке, блядь. Да, без рыбки проживем, расслабься. По почте нахуй. Все, ебать, где там? Да нет мест пока. Ну скажешь. Стой, одно место есть?
Вот это срочно надо скинуть. Mm-hmm. Вкусно? Улы вкусная, очень. Давайте Геру. Жми, жми. Ебать, сова, отойди от меня, Шенхан, или как ты там нахуй? Ага, вот. Споры разнесли. Одна в миле и две по пачкам РДД. Я пока попылю. Попыли, попыли. Вынесите споры там. Я понял, блядь. В миле одну верните, пожалуйста. Зайдите. Вау, сейвить, нет, чтобы по ДПС. Хорошего понемножку. Ладно, расслабься, там он продакт за трейд дает. Что он такой себе. Блять, Ваня, сука. Твою вас ранжой. Четверо, блядь. Моча получается. Шалфир, моча, добавь себе там, пожалуйста. Будете милее. Ты, блять, сука, на своей коляске можешь ты ехать не стоять? Да ты ко мне подошел, дурилка, ебучая. В сучку прыгни, отъебись от меня, блядь. Хорошо. Ты ж сам подошел, долбоеб. Вот это Ванька ворвался. С двух ног не улетел. Лёха, ты там заберешь? Зачем? А там нету 800 стаков. Он быстро упал. Тоже бычка. О. Кровь о, надо кому? Там мне давай. Вот заебись. 40. По-моему. О, где там, блядь, тема? Хорош слово, жесткий. Нашел применение правильное. Реализация пошла. И не только плащ. А чё ты не сменил ещё чарку? Ну, сулониры. Интеллект один. Стелся, просит ЕП, но он хочет выйти. Дай шапку, блядь. Вот с лутером не ебат. Уберите бетона из шестой пати. Бери, Юль. Все, я с бидоном уже ничего не могу сделать. Чекни его. Я уже не могу, все. А. Я могу. А, ну так хуй ты бросишь. Я не видел, что мне. Блядь, убейте бидоном. Все, систов закинул. Дживс просят, поставьте там. Колясочник матча. Так, короче. А Шенхан нет успеха? По
Посмотрим на ваш профессионализм. Ну, 2.5, грубо говоря. Ладно. Давай я зайду на Эршаму, хоть похилю, блять. А то что-то за хуйня. А что, в 3 хэпалова это выхилит? Все. Конечно, выхилит. Бля, ну Слава, ну ты ж сам знаешь, что ты моча. Ну, я... Вот перебегайте только, когда он плюет. Ванька, если шо, вы сразу готовим. О, смотрите, хил появился. О, друид... А ну шкаф, ебать. Где таксисты? Таксисты, просыпаемся. Все во фрейме босса стойте, тык. И, блядь, урона вообще получать не будете. Друид моча, ты готов? Ладно, поделаем. Продакс. Гуляй уже, я там сбегать. Все под босса. Так, сейчас бы 2 куска Т6, да. И давать соло таргет по 80-ка. Чё тебе ещё надо? Да 2 куска Т6, можно. Я боем и дрочить, да? Охуеть. Нихуя. О, нихуя. Как по мне, Волонир уже не так полезен после среза. Которая еще не скоро, да. Пиздец. Наркоман волонировый, просто я не знаю, у него дайте этому господину 4 волонира тривенна нахуй, блять. Понимала. Стоять, бодикон, стоять. У, сука, побежал, смотри какой. Че, вы ЦК уже все прошли? Нет, заходи. Да? Только тебя и ждем. Мысли, я давай разойду. Поцелка хилит. Заходи, Навара, хилить. Как часто да, ходит в туалет? Понятно. Отбегай. А может, уже паладина зайду? Может, ты Завара похилишь? Хорошо, буду хилить себя. Хилов нет, не выебывай. Ебать, а чё ты хотел? А ну, Ванька, ебани сразу. Хилы моча. Волонир.
Валанир что-то не работает. Рома задушил тебя чисто. Ёбаный Валанир. Чисто придушил. И выкинул. Глеб, сами попадайся. Я? Если надо, зайду. Давай зайду. Мне похуй вообще. Все, я понял. Все, ладно. Ну, сейчас. Он босик с тобой уже. На профи. На профи. Это забичий чип. Ага, кубичий чип, ты че? Это лучший бар. Дайте мне портал. Бичи-чип. Нам ДЦ нужен. Бичи чип. Да какой я сдохну, блять, я буду жить вечно. Я буду жить вечно! Тони Монтана. Не надо, кто не придамажит рыбьего чипа ГП. Ну сразу накидывай мне 25 нахуй. А, можешь войду сразу 25 накидывать. Всем алема можешь в этой гильдии нахуй сразу 20. А, кстати, паладины, да, паладины нечестно дамажат нежить, потому что... Сумон! Так он орк. Так, понимаешь, паладины, у них... У нас 1% есть на урон. Чисто на нежить, ну и что, блядь? Да. Вот, видишь, 1%. Блядь, у меня сейчас жаба до сих пор на этом шамане, на башке. Что у меня есть? Да нет, они убрали, но у меня осталось баф ебаный, вон у меня жаба на башке осталась. Да какая жаба, это птичка. Да бля, это жаба, это Пепе, это жаба, точнись. Долболоп. Там даже написано лягушонок Пепе, понимаешь? Блять, она больше перья размерами. Тебя ебет, что у него перья вообще? Лягушка с перьями, заебись. Это Ваня. Он сказал, что отойдет. Можем без него. Ты тут скобляешь сам. Ну красный в него побежит, вот будет. Классно. А, он как там снаружи. Решаются. Ну хуй с ним. Сейчас. А сколько он писал? Ну, тогда все, поехали. 5-7 минут. Нихуя. 3, 2, 1. Кикайте его нахуй, давайте. Может, забудем. Пока это кто там в чумке будет бегать? Может, пока его обходаете? Рагу наберете. Алло. Не надо рагу. Алло. Кикните его, блядь, уже. У меня нету, сука, ассиста. Кикните его. У меня есть ассист, блядь, заебал нахуй. Кикай. У него только лутер. А может, Рингер по домашней, я потолкую? Это пока что. Да почему так долго? Это если меня не выводить. На что? Понятно, нахуй, работаем, парни. Мы можем типа стартануть? У нас 45 минут. Давайте погнали, будем и дрочим. Давайте без нее. Он не тут стоит все равно. Похуй на него. На хп или на АП кричать? На хп. На нежность. Я пошел, да? Да, иди пей. Я пошел. Сидите, хавайте. Друид инвалид заход. Юля лужу кидает, опять, и поехали. Она не в этой хуйне. Она в крови же. Она в бладе, у нее нет лужи. Плохо. Да чё плохо, нормально все. Я просто пока ебусь с ЕПГП лутмастером, мне не до вас. Так что, слава. Ты чё запал на ЕПГП? А чё ебаться там с ним? Класс, мужик класс. Ебётся, блядь, все. Нормально. Дайте. Или выходит до сотки. Надо ЕПшку будет закинуть. Мочу скинули, значит, так. Там бидону надо закинуть за первых четверых, Клава. Ой, этому, ой, вот этому паладину надо закинуть за фейс боссов. Пельмени. Нахуй. Пельмени какие? Со сметанкой. Ой, это заебись. Хинкали получается? Ну хинкали ж не пельмени.
схуяли. Тут профессор Пулинар. Ебать, я тебе пизда, друг. Кюш, баран, кюш, блядь, кушай. Пельмени. Ты если на Кавказе скажешь, что хинкали это пельмени, тебя порежут Кавказ. Нахуй. Ты понял, дружок? А не, похуй. Так, рыжий появляется, Лёха готов к плеву. Это что, звучка новая? Да. Не поверишь. Сыграли в рыжего. Ой, прохильте, я моча. Берегитесь. Пельмени. Как я его через проф-то веду? Во уже. Проф выведи. Никто такого никогда не видел. Надеюсь, больше никто такого не видит. Лагает. Так надо делать вообще. Да за что? Момент бурста. Так, стопнули. Сейчас зеленого сыграем. Стопнули по боссу. Зеленого играем. Пельмень. Переводим. Переводим бот. Лёха допил. Успеешь, ладно. Одну не успел, но она по центру. Ладно, моча. И сейчас все весь аптайм элементаря просто им АФК, да? Заебись. Ну чё, если вы его без таунтов не убьете, то ДД моча. Чикак. Такой фразы у меня нет. На мужика, короче. Шапельмени полетят. Берегитесь. Пельмени. Лёха, забирай. Я замажу. Ой, Ляночка чуть не умерла. Ой, Синханчик. Бля, ебать голодных набрали, кошмар. Чё колба падает? Геровская. Нихуя ты придумал. Вау, вау, моча. Причём с обычки, да? Ну тогда. А, ну да, ну да. О, вот это... Вот это колба, да, нормальная такая? Чё я? Ну ебёшь, так уебёшь этой колбой. У, сука. Хуяйте, на биче ханте передамажил Войда. Ясно, Войд, хорош. Отдайте ассиста. А, ладно, похуй. Не надо. Может, я не ассиста, а похуиста дать. Я хотел заинвайтить еще одну мочу. Но не получилось. Кто похуист плечет? О, это такой надо, это как раз на мой класс идет, слышишь? Да я такой, я это знаю. Ну, пока не убью. Ну, Ванька будет. Ну, я буду точно. Эк, на распыл, нахуй. Не, мне не нужна, у меня ее десятки этого. У меня уже токен до 2004. Сколько не было, да, Юль? Оглушение, оглушение. А так шапка да топ. Ну там смотрите, танк один, Юля отошла, видать. Танк один. Подожди, а башка-то 10-3 на какого левого? 77. Мне интересно, там же у лемов тоже башка ансет. Интересно, что был пиже, Т4-3 или Т10-3? Глянь, кто ты. Ну, если да, то вот надо будет... оставаю, то ты 10-е. Надо будет сравнить, да, сейчас с этот самый. Ну, ты делся, это 10-3 башка, вообще я радуюсь. Не зря, хоть. Не, если там просто как-то, ну, какая-то разница в статах, там вообще минимальная, там в несколько единиц, то, ну, я меняет, нет смысла. Спасибо.
Смотри, у тебя разница уже в том, что, во-первых, 10-й красный сакет. Я не могу найти этот ебучий комплект, блядь. Где они находятся? На, посмотри, я тебе сейчас скинул алимовские бошки. Ага. Заходишь в журнал приключения. Так, какая разница, что желтый, что красный? Хотя, ну да, там же я же не оранжевый камень буду. Да. Тогда Т-10-3 надо будет брать. И больше хосты дает, и нормально ты крита. Ну, хосты... она этим левелом больше, поэтому она дает... Ну, она СПД больше дает сама по себе. Да, там СПД побольше. Ну, кстати, СПД больше. Ну, да, придется Т-10 брать. Вау, поскольку там с обычки ЕП? Вот. Так что я бы, наверное, взял бы печеньку-то все-таки. Бред. О, а что это такое? Я не туда жагу въебал. Через таб давал? Нет, просто надавал его без таба. Я понял. Не повезло. Да ладно? Никто еще не умер. Опа, кастеры в бопе? Ну, по идее, могут. Да, это могут. Бидон на четверых ботов был, да? Чё-то пипец, да. А ещё махалоку хочется. Нихуя ты, ебать. Ебать, ты придумал. А палу я закинул за 6 ботов. Я за... Ну... И ты ему потом закинешь, и будет больше у него. Сейчас отниму. Я, бля, чуть душу не проебал, пиздец. А ты можешь кинуть 0 ЕП? Да. Нихуя. Он тебе даже минус 0 ЕП может кинуть. А что, так можно было? Всегда можно было, представь себе. Нормально, так нормально. Ты тоже душу смотри фармит, да? Ну я фармлю. Это слава. Я, кстати, душу тоже сосу. Сосунок получается. Сосать нехорошо. Чё? Сосать надо уметь. Сосать нормально. Ведь сосать это талант. Главное не чавкать. А я талант. Главное назвать у кого? Главное не причмокивать. Главное не прикусить, блять. Так, это же это фенигдель, да? Ready check. Ну или отсос. Глеб понял. Там всю мочу раздает. Лё, как же справиться с этим сложным мандоном? Я опять на сферках, блядь. Или че? Всего лишь 3 сферки, наверное, побьешь, и все. Кончится босс. Лёха на 2, Юля на... этом... на колесе. Ну ок тогда. Сейчас я молнию первого левела достану. Ну чё, готово? Нет. А схуяли, слышишь, что он не хочет минус начислять? Ну, верника вот это. Он пытается палу минус сделать. Понял? Так, блядь, минус 150 ЕП, нахуй. Ну, блядь. Ты же забрал у него, да? Ты ему просто пытаешься еще снять? Да, мужики, бога ради, давайте пулять, нахуй. Давайте. Давайте. Ну, бога ради, благодать им ту. А я Вилаша АФК, ну хорошо. Я забыли. Давал. Бля, пизда, на меня килисет трахает, блядь, без смазки, а! А можно фул проснулась? Войд, а ты че не дамажишь, Войд? Я, блядь, килисета на шамане. Лёха, дай массакру. Оп, нахуй, первая, поехал.
слава богу. Я на такое не подписывался. Симон такой не подписывать, забей. В смысле? Бля, опять там гудок нахуй, мы по хантаху ярим. Или с это, смотрите за гром. Ну, сдуло. Сдуло Юлю. БР, друид инвалид, быстрее. Уже ресаю. Реснул. Я стунтил его, сейчас, блять. Кинь тебя нахуй, вещь, пизда будет. Отойдите вообще, колесо-то никто не бить. Не успел. Забафайте Юлю, там лапку, каску пристабал. Ой, как вы с неё сферы забираете. Масса не бейте, блядь. Ну все, сейчас убьем. Поднимите квадратик. Талдара моя грамм. Ебать, квадратик. Ну так и есть. Я подбиваю сферу. Двое. Смотри, чтобы сферу тебя не подбила. Фу, древний саранит пойдет. Боешка. Древний? Древнейший. Древнейший? Ну, типа старый. Да, очень старый. Типа моча. Советская такая. Оглушение, танк в оглушении. А, ебать, я ж душу не вытянул-то, ебаный рот. ГЦ. И паладину вроде как раз. А, не, вытянул, ебать он. Ты ресами, куда-то убежал, на своем шамане попрыгал. Чё? Да. Не, тебя резать не буду, иди в жопу. Резьте, народ. Я занят важным делом. Сосать? Да. Это же талант. Ну тогда. Резнул моего любимого друга. Ему боешку отдал. Да блять, там те запы, блин, тысячу голды стоит. Не, три. А, уже три, нихуя себе, блядь. Да хоть три, блядь. Да похуй. Я на своего хапала, блядь, за 1000 покупал. Без запа. Ладно, сейчас показывай, думаю, своим паладином хуй мне отдадите, да? Конечно. Ну ты угадал. Это богатый. Интересно, столько персов. Правда, на тебя просто симпл. Ну, или... У меня столько персов? Ну-ну. Ну, 10 штук, наверное. Это не у меня столько персов. Тактика, здесь пыль. А у кого в гильдии дохуя твинов прям? Ой, да. Ой, да, не, вот давайте, кукмастера войд не считается, там вообще все персонажи по два класса есть. У Вани, там достаточно, по идее, персов. Нет, только два твина одетых. У меня одетых сколько? Давайте считаем. О, чинтек еще есть. Там не, ну у тебя... Маг, паладин, друид. У тебя ладно, у тебя синдром друида, у тебя понятно все.
Ребята, сферу берем, ебем. А куда вот верхний луч идет? Пошел, а продакс, давай. Змеи одетых, у меня еще есть лог 2-4. И прист. Тоже 2-4, да? Да. Ну когда-то понял. Давно пытались собрать, когда пристов не было, потом присты появились, думаю, ну ладно, похуй. Че, ты смотри сейчас гильдию, там какие-то паладины новенькие, там какие-то друиды появились новенькие, ни одного нахуй приста нового. Ну, это да. Типа присты моча? Да типа присты, блядь, моча. В смысле, кто пизданул-то? Получается присты моча? Получается. Пизду в тебя. Так, бляха, все, я понял, короче. Так, 4 человека уже на карандаше. Как же вы моба зафирили, бля, ёптвою мать. Как же я устал умирать. А чё ты дохнешь-то? Я не знаю. Ну так ты не сдыхай. Я же устал. Кара небесная, понятно. Тебе кара за то, чтобы ты это на присте играл, ты всё. Это мгновенная карма быдло получает по заслугам на ход это вот видосы, знаете, в ютубе есть. Это нахуй. Ебать, у меня тот дымы тарахтелки. Пиздец. Вот там дрель, ебать. Бля, я сейчас его убью, нахуй. Он меня заебал гавкать уже, нахуй. Кого? Да собаку, нахуй. Берешь, бля, шаурму, крутишь, да и все. Как в двери, подсадите как меня. Двери на будем бить. Ты похуй, давайте одна пачка да станем. Вывезите. А что, не вывезут, думаешь? Ну, воет с Ромой вдвоем эту хуйню захилят. Я думаю, лучше не рисковать, у нас тут новый дрон. Да на ренже. Да на ренже бейте, вы чё несёте, блядь? Давайте бить. Давайте, Юля на танке. Хуйню опять выдумал. Лёха зеркал. Warframe, Вадикон. Вот, пролагал. Вроде. Дживс как холидринг по некоторым, блядь, дням. Тоже хуяк и срочные дела. У меня, короче, это вылетело. Можете без меня начинать. Ну, это, комп включился, блядь. Warframe? Давай, пока. На... Сейчас не ваша, это мейн. Да, он сейчас запорит. Всё. Да, блядь. Лужа на него кинет. Слава, готов? Я где-то в центре стою. Блядь, что же у нас, сука, вечно сегодня, слава богу, а? А что вы прошли до целка еще? Хуйню какую-то. Эдуар. А, о. Го-го-го. Ща, как хуйну ему выбросил, блядь. Отчет. Сейчас он вылетит. Да насрать, вылетит. Деньга-то дайте баф и убьем его быстрее. Блядь. Погнали уже еще убить дрочить. Так долго-то. О, кто сделал? Каждый раз, блядь. Сделал молодец. Дайте укус хоть в обычке, пожалуйста. Забей, нам не дадут ничего. Где Бейл? Да какой Бейл, ты чё? Вадикон, выноси. Блять, Локи налили тут. Она еще один. Возможно. Я вреди, я вреди. Ничего не солевой. Всего лишь на дубасе сидит. Слабосоленый. Малосоль. Ой, блять, да за что? Лёха, выноси. Да за что? Я сейчас насру. Главное, потом уберёшь. Я портал выбегал. Поэтому так. За собой потом уберёшь, понял?
Нет. Сейчас еще с пактом не сбегусь, блядь. Кто, блядь, в миле стоит? Алло. Wake up. Нихуя вы из Англии. Притон вы нафиг. Опа, ой, тремор. Как разлили лужу, класс. Тремор, охуеть. Тремор, чё не работает? Ну, похуй. Да ёбаный в рот, как вас много. Ты не подходите, блядь. Бичи. Рыбичи? Рыбичи. В смысле, блядь, я вообще в углу бит стоял, нахуй, чё, блядь? Не, это просто ассоциация со словом бичи. Да. Фактом сбил. Прохил, прохил. Я, блядь, психану, буду моей, блядь, фурика, и хуй быть, кто на ДЦ будет, он сам будет на ДЦ прыгать. Тебя никто не спрашивал, понял? Тебя никто не возьмет на фурике. Ну, тогда, блядь, я буду дрочить сам, блядь, собирать ЛК сам буду. А ты так дрочишь сам. Вот тебе кто-то помогает, блядь. Ну, может быть, ты чё, блядь, на свечке стоишь, что ли? Я, короче, комп не спускается. Может, Геру дадим, мы убьем ее? Не надо Геру давать. Репечип выносить. Да я вижу, блядь, это рофл какой-то просто уже. Она на тебя запала. Я чё потом на рас... нет, блядь, расправлюсь. Да сука. Так дамажил минус 20 тысяч. Попробуй казанир. Пиздец, даже в обычке забулили, нахуй. Да вообще пизда. Ой, дайте щит, пожалуйста. Опа. Ой, а можно вот эту печеньку я на Т-10 заберу? Рыбий щит. Этот, с осколок. Угу. А сколько там, Юля? Это что, последний уже? Да, последний. Последний? О, прям как... Ну, а, ну ладно, nice. У меня раньше было. Найс, nice. Я следующий. Не было перед Ланой. А, 47-й нахуй, чё вы, блядь, разошлись тут, блядь? А, ну чё вы, это ГЦ-6. Понятно. Я не знаю. Кто-то дизинфу нахуй ввел, блядь. ГП? За дизинфу надо кидать. Ой, а где вообще? Ой, нихуя себе, кто-то из маков мне МКшку кинул. Нихуя себе, блядь. Кто за кем, блядь? Дай бог там тебе здоровья, блядь. Только может что-то кинуть. Куда я за мак? Ну, есть в Рэй Апродакс, блядь. Я хуй знает, кто из них. В Рэй нету вообще, блядь. А, дайте вот эту печеньку, я на Т-10 заберу. Понял. Щит кому-то. Не, ребячей ему надо. Я тыкал там. Я тыкал там. Ты лучше не тыкай. Но. Ты мне не тыкай. Костя. Бля, щит собачки за ГП забирает. Вот это ты, конечно, рыбичий. Ты как флон, отсылка 10 заберу. Вообще похую. Когда его тут некому брать? Я не знаю, как это работает, но я хуй знаю. А, ты ЕПГП тыкнул, что ли? А я не знаю, что было там, я тыкнул на мейнспе. Там первая кнопка у меня не настроена, это ЕПГП, а вторая это консул. Понял. Что там 5 кнопок было? Мейнспек, мейнспек, апгрейд. Локин, у Славы. А. Спрашивай. Сейчас, где там? Если он тебе даст. Ну он тебе даст, он тебе так даст. Алло, да. Подхвост и тебе даст. Блять, я сланы забыл души забрать, ёбаный в рот. Бичара. Бич. Рыбий? Не, простой бич. Даже не рыбий. Надеюсь, тут трэш не пропадет, пока я дал ему сбегу. Тебя хорош. Как же вас Слава в соло волонирит, блять. На нахуй. Видели, что могу? Что он слабо-то волонит нас.
А чё, урон не сбивает жабу? Сбивает, 20% надо. Ну там какое-то количество. Там, по-моему, 20% хп. Дефолтный цифр. Не знаю, там первое место друид-инвалид. А ты какое место? Так я не хилю. А, доставай карту. Чё, зря карта выпала, что ли, Костя? Да-да-да, давай, доставай карту, доставай сапожки, там мы все тебя знаем. Сейчас будешь пиздеть, пойдешь на ДЦ, понял? Не пойду. Правильно, не пойдешь, будешь перезаходить. Ну. А, охуеть, мне еще, блядь, заново бежать надо, блядь, будет, потому что эта хуйня закрылась, блядь, и не могу, блядь. О, опять рыбий бич там что-то лутает, господи, да хватит. Если что-то лутаю. Вы палец до меня, что ты? Да поебалу ты лутаешь, понимаешь? Если хилить надо, хилы, блять, моча. Так зайди за хила. А, почему да, я на хиле нет. сижу? Потому что так надо. Давай. Шу, блять, давай. Ты хила моего видел тут? Я хотел за пала зайти, но тут пала в перебор, так что я до связи. 4 хпала, ебать, вальку бы растворили. 5 хпала, пойдем, хули. Не, 4-4 это норма, чего нет-то. Они щитки раскинут себе, пати будут к Сашеньке играть. А чё, я теленоскоп забрался на пала. О, чё, теленоскоп. Ещё бы Глеба загнали на хпала. Ой, Глеба на хпала. F5 хпала. Удачи. Всем пока, блядь. Брейна приста. Брейна приста, чисто чтобы Рейн хилил. Выключил. И 5 хпала в Альку съел. Бля, нас в Беларуси бомбят. Сейчас такой крубильник у Глеба. Бомбят, парни. Бля, только что прилетел. Осуждаю, я не знаю, нахуй я даже говорю, на этой хуйне лучше не шути, бля. Чё, у нас было в Минске, что у нас эти, бля, фейерверки пускали, там, ну, на праздник какой-то, и а, ну, хорошо, пошло, же... типа, там, ну, бля, не по плану, и в остановку попало, и какой-то женщине просто, грубо говоря, в шею, блядь, залетел, блядь, осколок, там, ну, стекла, блядь, с остановки. Рядом с ней была то ли внучка, то ли дочка. Короче, грустно. Так что тоже, да, бомбят порой. Какая sad story. Нет, хорошо, хорошо, не бежит, трэш добивает. Хорошо, что фейерверки. А, ебать, и трэш пропал, блядь, да? Вальку... Да пиздец, нахуй. Почему Войт поебал? Да все нахуй проебал. Витя, мы все проебали. Или как там было? Миша, все хуйня, давай по новой. Это, блядь. Если что, тот голос, который за кадром, это потом был мэр Харькова, блядь. Это мы знаем. Охуенный мужик. Я на Вальке. Джандисы уводят, летают. Друид инвалид, Леха и Вероника на рейде. Да я тоже летаю, ты чё? Я полетаю. Уманить, с вами. Блядь. Да я летаю. И я полетаю. Нет. С вами. Да бля. Я сказал, кто летает. Ну ладно, раз ты сказал. Осталось 1000 душ, блядь. Я моча. Я отойду 2 минуты био, пуляйте без мяч. Запишите это. Скиньте мне в личку. Хоть тебе записать? Моча? Может быть. Фамилия или имя? Бля, вот бы... Ты был моча Мардаун Даунович. Спасибо. Я, конечно, можно... Вот, хорошее имя для сына, кстати. Заломан, значит, иди там, блядь. Он сказал, без него можно... Бля, я полетел. Чё, испугались? Куда полетел? Жопу носом. Я сделаю, чё, что офигеешь. Давайте. Юля слева, Лёха справа. Не хильте репичипа. Я сам похилюсь, похуй. На доспех кто-то её займёт из лопов? Там же там... ханты краба вызывают, не? Доспех моча. Или нету краба? У нас прям, у нас прям подавление играем. Да. А, ну все, бля. Подавление прио. Метку на краба можно, конечно, еще поставить. Не будет заебись. Опа, как же Валдырный к Джандису идет. Сейчас. Заберите сейчас, Валдырного. Сейчас. Ай. Баба. Реально, бум. Как он к успеху шел? Пипец.
Сколько на коня даешь голды? Главное, что не у коня. Да что у коня здесь? Подавление много слева. Suppressors spawned. Леха, там заберешь первого урока? Речка слева. Ну нахуй фаербол. Накатался. Слава, ты кто по национальности? Освободил. Ну что за такая национальность? Национальность освободил. Многонациональная. Освободите национальность. Хорошая идея. Он тот самый, кто это реку разбегал. Нихуя. Ты Моисей, Слава. В смысле Боря? Какой Боря? У которого голубая луна была. Свечка справа сыграет. Хорошо. Заханыч. Чё она? Сделаешь так, чтобы ТБЛ выпал? ТБЛ? Да. Да, я сделаю. Могу свой сделать? Подарить. Я себе заберу. Давай. В принципе, мусорная триня, блядь, если честно. Ой, а больше приора, блядь, не хватит, чтобы забрать. Можно помолиться, чтобы этот выпал клык Синдрагосы? Нет, это было лучше. Могу клык тебе помолиться. ТБЛ, он пиздатый на статичных боссах. А на таких боссах, на которых нужно двигаться, я одеваю... Помолитесь мне на клык, пожалуйста, кто-нибудь. Я тебе сейчас на клык. На клык молю, тебе намайнить. Помолитесь, я хочу клык себе синдрить, блядь, уже сколько, 10 тысяч лет до похода. Бля, Гошан... Кто там на мейн на клык даст? Этому репичипу. Бля, Гошан, ты вообще дурак, нахуй. Свечка в боссе. Свечка под босс. Свечка в боссе, скорее всего, там. Все, она уже в таверне, нахуй. Ректальная свечка. Понятно. Сомневался, что ты ректальное все любишь. Он сегодня захилит, а? Да он сейчас два кастаня, блядь, уже захилит. Слава богу, нахуй. Да даже лунит не помогает. Я же говорил, бесполезная пушка. Опа, это я хочу, бля, пиздец. Какие вот взял, свара вышел, да? Вот так. А, что там за без ЕП этот? Минор апгрейд? А, но... Минор апгрейд получается. То есть без лута получается? Ну, получается без лута. Кольцо, блядь, кольцо, блядь, кольцо. А, вот точно за ГП будете оба забирать? За Ломаныч? Мне не надо, я попробую. Что, охуеть? Отдайте кольцо, блядь. Я заберу, блядь. Бля, похуй, сам за ГП заберу тогда, отдайте мне за ГП тогда, нахуй. Не бейте. Я не знаю, это кольцо, мне кажется, можно было ему и без ГП отдать. Вообще похую, я все буду за ГП забирать, нахуй, тогда. Гошан, это хуйня, я налутал все по ГП, нахуй. У меня он ГП, как у людей, которые Т5 залутали, так что не делай хуйни. Похуй, я двиг буду одевать. Забычки кольцо есть, так что все отлично. Кстати, а почему мне квест на Дарнавана не засчитало, блин, что за хуйня? Потому что я мертвый валялся или что? Бля, тут ни разу не был. А, ты в Гере был шаманом? Ну да. Но смотри, квест в 25-ке идет и на Геру, и на обычку. Ты в Гере был же завалил. Тебе надо было отменить и взять по новой. А, охуенно. У тебя там написано неудача. А об этом говорил Леха. Охуенно. Ладно. А помнишь, Линган, как он сказал? Да я что-то забыл. Я что-то забыл собрать. Я в центр. Люби чип, что ты встал на? Хочу, встаю, хочу, держу. Нет, надо идти быстрее, уже 9 минут до конца РП. А, еще синдру с лечом убивать.
Снять майку, махать и бегать. Нет, мне все же лич нужен, там Фолин Раш падает. Я... Кстати, Лёха, заходи, и давай раскрутим вот так. Тебе там Навара лук нужен? Нет, ему не нужен лук. Ему нужен лук. Кому лук нужен? Тебе, блядь, кому? Мне? Не нужен мне этот лук, ебаный, ты чё, пьяный? У меня метательная, блядь. Не персональный 264. А, это с Гуда которая? Ну, ЗС от, или откуда оно там, блядь? ЗС страшно. А, сейчас я понял тебя. Ну, ЗС ОКа. Мужики, если мы до 8 часов убьем синдром, мы разок пульнем или что? Мы на фул. Ну, да, там лич это тысячный. Если честно, я, скорее всего, уйду. Уходи. Ну, у меня выбора нет. Ты на 10 минут не задержишься, чешу. Я не знаю. Вот я жду, мне должна девушка позвонить, и там будет понятно. Дедушка, чего нахуй? У тебя что, личная жизнь есть? Чего он сейчас сказал, мужики? У меня дедушка есть. Не знаю, не на каком-то непонятном языке, да. Подожди. Я понял. Я бисексуал, ебать. А, ну все, ладно. Понятно. Хукмастер, Боди, как там дела? Ты ж видишь, у меня... В смысле, кто... Верника. Кто знает, на актуале у Хапалов также хил зависит от... А, точно, он на Варе играет, забыл все. Я то сзади, то спереди, как бы. Подожди, у Хапалов хил от дистанции зависит? На актуале они как мирики были, они в мелизоне. Нет. На Шеэле так было. Это вы сейчас БР знали, да, что ты поделаешь? Нет, это не знаю. Зайдите в центр, ебаный в рот. Давайте слабаем, короче, этот как его. Ебало тебе. Ну здесь как бы похуй, как бы. Нет, ты меньше. Не? Ты меньше не хилишь, тут так это не работает. Точно не работает. А продакт, смотри, чтоб в четверг был. А чё в четверг будет? Ну, у Юли ласт этот осколок, целка 25 хм будет. Так он, а, ну, заебись. Только у нее же этот, насколько я понял, у нее еще, если сейчас у нее 46, 47, правильно? У нее 47, два босса осталось. А, хуй там выпадет, блядь. Ну, только в четверг он выпадет до конца, да, добьется. Ну, потом... Не, я ж тебе говорю, чтоб ты был. Да не, я понимаю, четверг буду. А у тебя сколько осколок продукс? Так а чё, очередь сформированная какая-то есть на осколке или нет? Есть. Ну, а инфу? Можно после посмотреть. Тебя... Открываешь канал РТ и смотришь очередь. Так. Канал РТ. Вверху там. А продукс, Мэтт Фокс, Консилятор, Войд Фури, Заломан, я понял, короче. Это мы заливаем. Там Заломан еще же есть? Я ливаю, короче. Слышь, я тебе так скажу, если что, вот эта вот, блядь, очередь, нахуй, она не всегда соблюдается. Она еще может поменяться. Она вообще в легкую, просто в один прекрасный день. Ты буквально 3 дня на РТ не заходишь, все, пизда, тебя нет в очереди. Но... Жестко. Не, ну это просто обида на всю жизнь меня. Как не человек? Его кто-то поднял этим, что ли, вурдалаком? Взорвись вурдалаком. Бля, слушай, я не знаю, кто это был, но тебе Лукас. Я думаю, это был Invisible, да. Invisible. Ну, блядь, вот я вот только поэтому на ДК хочу вернуться. Ну, такой кайф. Сейчас... А я помню, как в Гере хотел меня наебать, но не получилось. Ну видишь, ты еще, ну, там, умный типа. Ну типа. Вот сука так.
Ой, Лингрен. Глеб, а чем тебя удивил мой ник нахуй в очереди? Не понял сейчас нахуй. Ну, вообще... Не-не, забей. Понятно. Он и так очередь уступил. Кто уступил? Заломан. Хуй знает, блядь. Кому? Да никому нахуй. По сути, блядь. После Юли он должен был лутать, но так как он пересел на этого... Не, просто я помню эти слова Вайда, когда он типа говорил, ну вот, типа, тридцатку дашь. Ну тогда поставлю тебе. Ты говорил так, Саханыч. Нет, тут шаманов нет. Типа, блядь, подожди, нахуй, чё, вы думали, я типа, понял. Я от оранжевой палки, типа, отказался? Не, нихуя, блядь. Теперь палка да. В говне. Как и шаманы, прям. Опа, баешка. Дайте пати. Я и так, нахуй, на три места в очереди улетел, блядь. У тебя ассист есть, ты мозги ебешь. Нет у меня ассиста. У него нет ассиста. Я ж кидал ему ассист. Ну, видимо, кидал. Не кидал. Наебал, получается. Ну, наебал. Хилить надо мальчиков. My boys. Yeah. Нам нужно этот... Gang it up! Нам нужно этот поставить, короче, этот. Это тоже. Этот чат-бот, и как называется-то. Аудио-бота. Для рыбий чип. Сумма нет, угу, сейчас снова. Убьем. А это ж уебищный дракон, с него нельзя душу высосать, блядь. А ты возьми косточку. Косточка? Да если так работает. Погрызи. Да. Пиздец, ты опять на осколки ждать. Да я ебал это рот, нахуй. Ну нихуя да, тебе думал. ДК танка. ДЦ хила, да. Вар танк уже одевается. Не, я бы хапала своего одел бы нахуй. Мне вот хапал очень нравится. Единственный хил бы, который он бы одевал. Портовар одевается. Пиши меня тоже в очередь, пусть я там буду седьмым ебать. Протовар тоже одевается, знаете. Квесты на да нет, я пока вся эта хуйня будет делаться, я сделаю квесты, какая разница там. Пока этот соберет, пока тот соберет. Ну, за этого, за вара. Не за ДК. Подождите. Ой, блядь, летит Саша. Отойдите. Сука ебаная летит, блядь. А чё, захил будет? Нет. Я себя любимого, я себя любимого захилил. Рассрочился, да? Я говорил, пушка хуйня. Став, став. Кстати, у этого дракона синдра, когда прилетает, это может она стрёмная. А, ты четыре щиты пробивает, сука. Не пофиг на них. Она любые абсорбы пробивает, держу курс. Ну, Валанин, просто абсорб слабый, вот и все. Ты думал, что типа она валанировский абсорб такая, а, не, ну раз валанир, блядь, его, то не ну не. Ну раз там валанир, нахуй, тогда, блядь, ну извиняйте, нахуй. Тогда не буду. Да-да-да. Да-да, такая я падаю, нахуй. Поставьте кто-нибудь этого мамонта, пожалуйста. А Продакса можно по-братски МК-шку обновить? Тут 4 минуты висит. Ну, дай бог тебе здоровья. Спасибо. Свою рыбу съел, блядь. Заебись, спасибо. Сейчас тоже поставлю, съем. Я ее себе поставил, блядь. Все там сбежались нахуй на мою. Подожди, а можно по-другому как-то? То есть...
Причем, знаешь, типа закликал, просто, просто пальцем в руку потыкал. Берешь, понял. Запускайте, может, нет. Типа, знаешь, такой закликал рыбу, просто пальцем нахуй 30 раз в рыбу потыкал, нахуй, и все, пиздец. Тебе лишь бы потыкать, Зуханыч. А чё мне-то? Это он по гошенной части, нахуй. В смысле? Кто так искал тебя? Ну что в смысле? А, да, я видел. Он её прям, он её прям глотает, блять, прям. Ну, типа, раскручивает. Притон, зайдёшь? Или чё? Ну, это скилл. Он вылет. Это скилл. Гоу, поехали. Давайте, запускайте. Юля на бусте, Лёха, будешь... Подожди, а я что-то проебал. А ЕП было за ульду? Тебе не было. Было. Значит, у нас просто проебал. Как же я под конём-то быстро скачу, господи. Под конём вообще скакать нельзя. А мне нравится. Вроде на конях скачут. Но. Долбиться, ой. Посмотрите на мужчину и на меня. На мужчину или меня. Да, на коне. Блять, слышишь, Гошан, у тебя конкурент нахуй появился, да, я тебе отвечаю. Это кто? Какой конкурент? Он чего? Ну ты же был Dungeon Master нашей гильдии, нахуй. Схуя ли это? Как же слава? Массейф, Лёха. Ой, я умер, нахуй. Бич. Да. Как он такой лох? ГП. Вставалку заломал. А я живой. Отошли. Эта залупа меня откинула на лестницу, нахуй, и притянула, блядь. Костя, как дела? Ты чё, какой ГП, нахуй? Ладно, справится. Это же обычка, блядь. И? Пиздец, блядь. А чё ты не спекнул? А, ты спекнулся? Блядь, Синхан, ты перестанешь это делать? Это левые подбейте, блядь, там сейчас левые выйдут. Джандис. Ну, Костя. Да, мне казалось, это было ластовое. Не играйте. Самую дальнюю сыграть у неё? Убьёте от меня. Помилуют, короче, если убьёте. Бать лагает, тук. Вообще не лагает. Не знаю, что пиздец, блядь. Рывками. Притяжка. Ой-ё. Ребят, поаккуратнее с освобожденкой. Массейва нету, бегите. Амаз дал на лет. Так должны бежать, бля. Опа. Ну ты нас понял. Ой, ебать. Ну не повезло. Это в кого такое? Да сова себя ухуярила. Я понял, сильно. Отошли, отошли. Ебить еще. Шалфир. Ты я сказал. Да пусть ярко лежит. Глыбу, в самую правую подбейте глыбу. Табу правую дали. Каким бабушкам? Бабушкам и подъезда расскажешь. Которая у тебя симка лускает, да? Да, типа это наркоман, это проститутка там, ты знаешь, да, этих бабок. Ой, я в освобожденке. Я смотрю, Гоша там сам сидит. Три хила. Я просто с ними сам для конспирации сидел. Чужой среди своих. Ты если будешь так... Притяжка. Сакру дам. Перевели. Ушли, не будет притяжки. Пасифея выноси. Мили ушли.
А чё, эти освобождены кто-то идёт? Разбиваем. Вадикон выноси, милики ушли. Сейчас будет притяжка, не бьем глыбу. Скидываем старт. До половины глыбу подбейте и ждем притяжку. Вот она, притяжка. Ну уже можно хуярить прям. Разбивай. Выноси, мир. Разбили. Лингрен. Танка сейчас моментально разбить. Разбили. Ой, что-то залагало. Ебать, сынок. А продав. Центр? Да-да-да. Милики ушли. Разбиваю. Дайте стоки скинуть. Халфир выноси. И... До половины подбей. Ждем притяжки. Сопните погоду. В сторону. А продок в сторону. Играем фул в босса. А ну иди сюда. А ну иди сюда. Отнимай. Ну и параша упала, конечно. Это мне напоминает, походу, за этот, за когда выпадала Катю Хилоскоя. Отмена титула бича. Мой. А вставайте и тпшитесь. Кольцо надо это кому-то? Ощущение, как будто это кольцо вообще как он, на стоп падает. Как он заебал уже? Мне кажется, оно, блядь, даже никогда падает. Либо с обычки, либо с кайлом, блядь. Ребята. Так надо хапристов одевать, пипец. У всех хапристов, кто надо, выбил себе уже это кольцо. А других так? У нас нет в гильдии. Сейчас проверим. О, смотри, вернулась, как неожиданно. Да? Ладно. Ты этот, блядь, что ли, как там, Седжу, блядь, перебил? Нажмите назад. Колокольчик. Потуши базука, блядь. Тебе же сказали, вставай, резайся, заходи в инст, тпшься. Забыл сказать, нажмите колокольчик. И комментарии оставьте под видео, пожалуйста. Да, да, да. Славян, по ком звонят? Твои колокольчики. Синхан, друид, гру. Рикшоу какой-то. Вообще пиздец, да? Ты что, только сейчас-то понял? Он вылетел на Синдре его не было больше. Там Максону дали, да, ИП? Эту, Warframe. Он написал, что он вылетел, типа, все, типа, комп не выпускается вообще. А когда он вылетел? На лане, что ли? Да, на лане он вылетел. Ты за этого, за синтек? Да, он написал в ДСе. Так он сказал на лане. А, на лане. Так, ребят, это... пора бежать. Все, давай сейчас убью. Или ты все? Не-не-не, уже... Уже все. Давай, беги, пока. Давайте, Кэл. Вы 4 давай. Ставите?
Зайди. Артемка. Шкаф поставьте. Поставьте. Кто еще вайпнем все? Изоломан еще в хило спекнуть. Мужики, давайте только без вайпа. Давайте спека. С первого раза убьем и все. Уже не надо. У меня нет спека Ршама, так что все. Делай. Не буду там второй спек по ВП-шнелю. Глеб, заходи на пала. Кого, блять? Иди хэпаль, ты же мейн хэпал, ёбаный рот. Рот свой закрой. Так а что ты так пиздишь, а? Я тебя понял, ты тоже на карандаше. Да, Захан еще же там на карандашике прыгает. О боже, на карандашке у меня. Ты давно записан уже в книжечку Глеб фломастером, так что не переживай. Да, да. Да-да. Удаляй свой там ПВП-спек. Ршамы делай. Ршамы не хилят. Сейчас будет 1000 АГП, блядь. За что? Чтоб не выебывался. А кто выебывается-то, блядь? Да я не тебе, блядь, хули. Да. Да и тебе за компанию тоже. Ну, можно прицепом. Так, так у меня удар... можно, так да. У меня и так уже почти касается. Костя, делай спек хила. А, ну тогда я нахуй весь Т5 контент в Т4 играть буду. Спасибо, нахуй. Меня свяжи с паладином. Ну, то есть, Лёха, свяжи Лока. С паладином вместе. Свяжи и выкинь нахуй, да, куда-нибудь. Подвяжи и выкинь. У меня, короче, веревка есть. А то у меня лок связан с ДК, и это так, типа, не работает. Я боюсь, что веревки не поможет. Нужно канат покупать. Извращения какие-то, блядь, пошли. Бандаж, точно. Свяжи, говорит, меня с паладином. Нихуя себе, у тебя, блин. Что, блядь, паладинов имеете, да? О, нормальный лок. Связанный. Давай, начинайте. Иди сюда, шуфером кадом. Да я никуда не уходил. Или кому ты продал? Не люблю, готов. А продал. Запускайте, мужики. Бога. Еще минута запуска. А протекс, дай-ка. Ты понял, да, Костя, меня? Я шуферу дал. Ты опасный человек. Так он же АФК, не? Да что, шутки не понимаете, да? Нет. А, ладно, у меня просто этот забагался. Буду. Бля, мастер, для тебя тактика, он, видишь, обрыв, идешь и прыгаешь. А можно? Тактику пожи. Измеряешь высоту, типа? Да. Где там кнопочка заветная сейчас? Как раз мордаун в цели. Осуждаю. Мордаун в цели, нихуя себе. Можно чему выносить это с платформы, выпрыгивая? Можно. Все, Ваня с платформы пошел. Ясно, бля, что это было нахуй. А кто здесь спалит? Вазу на вазу. Парни. Машку за яшку. Вот. Бить из пола пошлем. Заберите кто-нибудь первую ауру, алё. Вау, забери, у тебя вообще конь стоит. Ну как там деньгами? Хорошо, когда стоит. Хороший конь должен быть сюда под навесом. Ну как сказать. Заломано, что на... Да бегу, бегу. Рейд инвалид, выноси. Не люблю выносить. Паладин, здесь блядь, не пробуй кнопку здесь не ебить, сейчас. Но... Новый который. Впереди спелла успел. Шалфер выноси. Ладно, хоть хуярит. И сова тоже, блядь. Привели, ушли на край. Может, на меня этот? Эмаз дал. Попал и хильча.
хит. Войд, на меня чтит. Зачем тебе чтить? Огненом мы играем на полу в июле огненных. А ты что, файли, что ли? Это в России. Заханыч, Шалфира продакс бьет, а не ты. Ну я тоже хотел. А у него резис бьет. Шалферка мы играем, не пиздим. По огневному сыграем. Я думал, получится, а там ебало сразу отрывается. Лёха, где полил? Да похуй, я вам тогда где худо. Сверки. Да не долетят они сюда, у них хп, блядь, пиздец. Одна тычка. Скажи это в геле, блин. А то кто там в упор почти стоит? Продукс его хилят, он дамажит. Приходка. Сфер долбаните, сфер долбаните. Под рожу гневному не дадите. Все, под плащ. Встали. Кружок. Разбиваем. Можно ромбик сейчас ведь выкинуть на нахуй? Осквернение. Выбежали. Стану дайте. Все под плащ лича стали. Инфестиум. Soul Reaper soon. Осквернение, разбежались. Ух, ёпты, мать. По валькам сыграли. Ромбику стан. Ещё второй дан. По треугольнику стан, дай себе по треугольнику стан. Сейчас подрежу, скажи, я подрезал, замедлил. Замедлил, треугольник. Отдайте иннер, нервы. Друид инвалид, иннер, дай, не люблю. И Вадикон, да, и Иннер не люблю. Осквернения разбежались. Центр не налить. Лича в центр. Под плащ перестали. Да, там 2% на край. На портал иди. Сдал ЭМА. Продлил. Сокру. Слава Хилита. Огневно мы играем. А что, Слава Хилит меня тоже это, блядь? Да ты чё, ебанутый, что ли? Талант качал. На минус урон. Сдохните, там будет ХП. Сфера, а кому, Вайду или этим? Ну так, она чё? Из-за всех. Ты же хит не хочешь? Сразу всем. Ну просто я так понимаю, мне мага тоже там одевать надо. Не страдайте хуйнями, блядь. 3% уже сняли. Гневного сыграли, под морду не заходим, я зашли на платформу. Забрал. Из-за Ломаноча прохил, как собьёшь. Смотри, не опозорь. Так, осквернение, там, 5 секунд. Разбежались под лича. Все на край. Все, за спину лича спрятались. Леха, лови духов. Восемь секунд осквернения.
Разбежали. Центр не налет. На Ляночке, все от Ляночки. И за спину Лича спрятались. Аккуратно буду, мне только ключик пока. Да, я выйду бабам словлю. А может... Блять, Джандиса уронил. Осквернение. Все. Ясно, вайп нахуй, понятно, блять. Ну, ГП заломано чудо. Да схуяли, я не умер же, блять, на ГП сдох. Косарик, косарик, кость. Угу. Хуярик, блять. Подвел рейд. Под статью. Сейчас оформим. Я полтинник получал, ты давал. Этот, Слава, помнишь, ностальгия-то получил за влет с ноги на лану. Самое большее в гильдии косарь получали. Нихуя себе. Косарь? Да, ну я 500 получал за токен. Так. Я играл только с закрытым аукционом ЕП. Там минус ЕП давали. Кинь пока ЕПшку, сейчас я с лутом распределю. Нахуй, сначала лут, потом ЕП. Вы чё, блядь? Пиздец. Вы чё, ну, да. Что ли, нахуй? Глеб, Линканис свою Details HPS. Да, там имелось в виду Юля за раз. У нас завтра, послезавтра что-нибудь серьезное есть? Все рейды закрыли, такие, ну, БС-ка разве, что мы уже... Я ебал, отвечаю эту хуйню. Давайте, если бронзовую, то только не в среду. Две теренаски. Две теренаски? Это на комбо трогу. У меня сейчас меньше, так как у меня еще шалбой. Ты до сих пор идет. Ару. Слав, ты за фул дал, ЕП? 300 ЕП за фул дается у нас? Да, это обычно. Ой, ну тогда у меня только с профа был. Че, парни, спасибо большое за РТ. Все было заебато, кроме времени. Знаешь, Кость, я был, получается, только на... Чего? Я только на 5 босса. Слава, пухи по 50, да, по-моему? РТ было офигенно, я замученный был. Замутанный был весь. Весь рейд. Посмотрел 2 серии сериала. Слышь, Слав, я только на 6 боссах, получается, был. Ну и ладно, подумаешь, бонусные. Ебёт вообще. Да? Ну ладно, отними тогда ему. На, Лёха, будешь собирать. Чего? Зачем? Сломаю сейчас. Все, давайте до завтра, я погнал. Давай, пока. Покидал. Ну хули, прыгаем тогда. Всем счастливо. Ну, удачи. Удачи, пока. До свидания.